Розпочинаємо черговий сеанс запитань, телезапитань від наших глядачів, відповідей в нашій студії. Наші відважні гості беруть в цьому участь щочетверга. Нагадую, ви ж стежте за анонсами на сайті, аби знати, хто буде наступним. І сьогодні зважилася взяти участь в такому своєрідному теледопиті журналістка Олеся Бацман. Олесю, вітаю вас. Добрий день. Готові до дійсно теледопиту, тому що, бачите, атмосфера у нас така специфічна. Завжди готова. І, до речі, ви ж будете по той бік, зазвичай виберете інтерв'ю, а тут вас будуть запитувати. Це я вас так готую до того, що запитання будуть абсолютно різнопланові. Готові? Поїхали. Що ж, тоді до запитань перейдемо буквально за декілька хвилин. Спочатку 5 слів асоціацій, щоб ми щось нове про вас дізналися. Отже, перше слово сьогодні – Терези. Это мой знак зодиака. Мне кажется, весы – это всегда люди, которые уравновешенные, не скандальные, порядочные, из тех, с кем можно иметь дело. По крайней мере, вот весь мой опыт жизненный говорит о том, что такие ассоциации, они подходят весам. Верите в прогнозы, в астрологию, все это? Ну, нет. Скорее нет, чем да, но вот то, что касается знаков зодиака, я не читаю никогда гороскопы, но именно вот то, что подходит, условно говоря, вот есть там скорпион, есть там весы, есть там еще какие-то знаки зодиака, вот сама характеристика, не знаю каким образом, но часто она вот подходит тем людям, которые родились под тем или иным знаком зодиака. Гаразд, рухаемся далее. Наступное слово – зебра. Чи зебра? Жизнь, зебра, полоска белая, полоска черная и, как в этом анекдоте, задница. Вот я надеюсь, что мы все, как страна, Украина, очень скоро из этой задницы выберемся. Плюс «Зебра» — лично моя ассоциация. Так. Это молодежная газета «Зебра», которую я возглавляла, будучи студенткой Харьковского национального университета Каразіна. Это первый мой опыт быть руководителем журналистики. Ну, там цікаво, що напис був «З» із великою «бра». Ви щось передбачили тоді чи ні? Нет. Просто дизайнер, который это делал, вот ему понравилось именно так, такое размещение букв, и я это тогда утвердила. Хто ж знав, знаєте, що за декілька років ми потім будемо бачити все під брендом Z якраз. Добре, наступне слово – вокал. Вокал – это то, что идет со мной по жизни, потому что я пою с самых-самых молодых, маленьких своих лет. Я даже думала поступать в университет культуры, но выбрала в итоге журналистику. От коли ви стояли, якщо це було роздоріжжя, чому саме ви повернули в журналістику, а не продовжили кар'єру вокалістки? Із дуже практичних соображень. Тому що я завжди чоловік дійства. І я завжди сама люблю зробити по максимуму, впливати на свою судьбу і на те, що відбувається вокруг мене. Я повинна завжди знати, що я зробила на 200%, і тільки потім сказати, ну от вийшло чи не вийшло, ну, по крайній мірі, я спробувала. Тому я понимала, что профессия певицы, она достаточно такая, связанная с удачей. И ты можешь, если тебе повезет, действительно прославиться, иметь успех, иметь все атрибуты, которые соответствуют и сопутствуют славе. А тебе может не повезти, даже если ты будешь очень сильно хотеть добиться чего-то и очень много работать. И тогда ты максимум, на что можешь рассчитывать, это все-таки там, ну, где-то преподавать в школе или еще где-то музыку. А я все-таки хотела, у меня всегда было много амбиций, я все-таки хотела добиваться, да, и стараться, и быть нестандартным человеком. Поэтому я выбрала журналистику, потому что мне казалось, и жизнь это подтверждает, в журналистике у меня лично, как у вот, действующей единицы, как у профессионала, намного больше возможностей сделать что-то самой, и это не будет связано с какими-то случаями. То есть здесь, если ты работаешь, если ты упорно работаешь, каждый день не ленишься, то обязательно к тебе придет успех. Гаразд. Наступне. Донька. У меня их три. Так.
Ну, але слово якраз донька. Тут цікаво, і які у вас спогади, можливо, з вашого дитинства пов'язані з цим? Слушайте, ну, самое теплое, самое близкое, самое родное, что может быть. Я очень дружна с моей мамой, моя мама для меня – это мой друг. И я сейчас пытаюсь, хочу, и мне кажется, у меня это получается, также воспитывать своих трех дочерей, чтобы мы в первую очередь с ними были подругами. Гаразд. И останнее слово на сегодня – интервью. Интервью, опять же, это то, что сопровождает меня всю мою сознательную жизнь. Это то, в чем я живу, в чем я органична. Неважно, или я беру интервью, или у меня берут интервью, но это способ общения, и это способ стать мне. Умнее, лучше, больше знать, сделать какие-то правильные выводы. Я вообще считаю, вы знаете, что самая большая роскошь в жизни любого человека, которая может быть, это роскошь человеческого общения, это роскошь иметь друзей, которые из себя представляют что-то. То есть это личности, это талантливые люди, с которыми ты дружишь и тоже становишься немножко лучше. Гаразд. Спасибі за ваші асоціації і відповіді. Ну, але це була тільки розминка. Далі перейдемо до запитань. І перше питання якраз продовжує канву наших асоціацій. А чи можете ви себе описати трьома словами, щоб краще мати про вас уявлення? Три слова. Рішительне, порядочне, справедливе. Угу. Ну, вони всі ніби з однієї категорії. Ну, возможно. Гаразд. Ну, це ваші слова. Рухаємося далі. Нескромний вопрос. Ви народили трьох дітей, але по вас не скажеш. В дужках жінки зрозуміють. В чому ваша таємниця? Спасибо. Мені приємно, коли так говорять. Нет ніяких тайн. Да и нет, вы знаете, нет изнуряющих диет, нет достаточного количества занятий спортом. Если честно, вот если говорить о моих недостатках, я ленивый человек с точки зрения занятий спортом. Конечно, спортом нужно заниматься регулярно и больше уделять этому время, потому что это не только то, как ты выглядишь, это то, насколько ты здоровый человек будешь в будущем в том числе. Это вот такой вклад в себя на будущее. Я это хорошо понимаю умом, но пока что не могу себя заставить заниматься спортом регулярно, уделять этому время и относиться к этому настолько же серьезно и понимать, что это настолько же важно, как и моя работа или моя семья. Поэтому я на спорте экономлю сейчас. А то, что я выгляжу, как выгляжу, ну, пока мне позволяет, наверное, просто моя генетика, ну, и мой возраст. Угу. З приводу, до речі, виховання доньок. Ну, журналістика досить виснажлива професія. Наскільки це поєднується у вас? І виховувати трьох, я точно не пам'ятаю їхній вік, але вони, ну... 8, 4 так. І годик. От якраз, я пам'ятаю, що двоє ще в школу навіть не ходять. І ну, це досить складно, напевно, поєднувати кар'єру і сім'ю, чи ні? Я не могу сказать, что это легко. Я очень совру вам, если скажу, да, слушайте, рожайте, занимайтесь карьерой, вообще любовью занимайтесь, все делайте, все у вас получится. Это все получится, но ценой неимоверных усилий и ценой дефицита сна. Я намного меньше сплю, чем я бы хотела. Потому что просто не получается. Я стараюсь, конечно же, стараюсь ни в коем случае не экономить на внимании своим, моем внимании, моим детям. Потому что я понимаю, насколько это важно. Но, конечно же, я не провожу с ними 24 часа в сутки, это понятно. Потому что ну, мне нужно работать, и мне нужно заниматься еще какими-то вопросами. Но, тем не менее, у нас есть какие-то важные традиции, которые, я считаю, если нет каких-то форс-мажоров, мы стараемся их соблюдать, уложить детей спать, то есть обязательно поговорить с ними перед сном, узнать, как прошел день, что было хорошего, что беспокоит, какие-то впечатления, поговорить о каких-то планах, которые у нас есть, обсудить мечты их.
Вот, ну, плюс, знаете, какие-то такие я стараюсь создавать домашние семейные традиции, потому что у нас вообще семья большая, и мы все живем дружно, мы практически все вообще живем в одном доме, у нас большой дом. И мы придумываем себе такие, ну, не то что праздники, а какие-то вот вещи, которые, ну, как традициями нашими становятся. Сами их створяют это-то. Да, мы сами их создаем, мы сами их придумываем, для того, чтобы они нас объединяли, делали ближе друг к другу, и главное, мы оставались интересными друг к другу. Добре, рухаємося далі. Що вам не подобається робити, будучи журналістом? Слушайте, видите, я задумалась, а я не знаю, что. Я не знаю, что. Мне очень нравится моя профессия. Мне действительно повезло, потому что моя профессия, она практически и мое хобби. Я реально кайфую от того, что я делаю. Мне нравится то, что мы создаем сайт, то, что мы там делаем, то, что мы придумываем. Мне нравится делать программы, мне нравится заниматься Ютубом, соцсетями, брать интервью. Мне все это нравится. Не нравится, я вам сейчас скажу, наверное... Ну, наверное, это везде, это не только в журналистике. Это когда тебе приходится иметь дело с людьми, непорядочными, безответственными, дураками. А еще хуже, если этот дурак агрессивный, активный дурак, тогда это раздражает. Но это ни в коем случае нельзя отнести к тому, что это специфика только журналистики. Очень много профессий, которые связаны с тем, что ты коммуницируешь с людьми, вот с этим сталкиваются. Ну, а нынешний стан журналистики, например, как вы это оцениваете? Как процесс. Процесс развития. Организм растет, развивается, и, я надеюсь, станет лучше. Хотілося б, звісно, оскільки ми обоє представляємо цю галузь. Наступне питання. Чому Медведчук скуповує медіа-активи України? Щоб що? Щоб попытаться обдолбать как можно большее количество людей своими идеями. Ну, вернее, я не знаю, насколько это его идеи, хотя я думаю, что он в это верит тоже. Это те идеи русского мира, которые проповедует его родственник, который возглавляет соседнее государство-агрессор. Ну, тут президент России Путин. А... Смотрите, на этих каналах, ну, вот я... Знаете, как я всегда на такие вопросы касательно вот работы коллег, я всегда отвечаю достаточно аккуратно. Почему? Ну, в публичной сфере, да, потому что не публично я могу отвечать и говорить, потому что... А в публичной я все-таки более-менее хочу быть корректной, потому что это вопросы моих коллег, которых я... При том, при всем, я понимаю, что должна существовать журналистская этика, журналистская какая-то солидарность. И я хочу сказать, что на этих каналах работает очень много людей, которых я уважаю, которые реально являются профессионалами. Поэтому я в данном случае не хочу их обидеть, да, в чем-то. Но, тем не менее, если говорить о политике собственника или там, ну, человека, которому, под влиянием которых они находятся, если мы не будем в юридические моменты... Да, зануриваться так. Да. Эти каналы, понятно, для чего человеку, который на них влияет. А як думаєте, наскільки ефективно це зараз відбувається? Пам'ятаєте, останні соціологічні опитування, рейтинг Медведчука особистий підняли? Я не вірю соцопросам, тому що соцопроси – це дуже часто маніпуляція общественним мнением. Вспомнім соцопроси, які, ну, чуть ли не вже победу віддавали Пальчевському на цих виборах київського мера. Ну, в другий тур точно выводил его. Как мы видим, реальность другая. Ну, соцопросы для этого и делаются. И некоторые конторы, очень многие, к сожалению, социологически, идут на то, чтобы за деньги поднять кому-то рейтинг или опустить чей-то рейтинг. Плюс мы не будем забывать, что очень важно, как формулируется вопрос. А мы же не всегда видим, как был сформулирован вопрос. От этого очень зависит, какой ответ ты получишь. Поэтому это манипуляция очень часто. Я хочу сказать, что на то,
насколько действительно влиятельным и эффективным является деятельность пророссийских сил в Украине, влияет, и можно посмотреть по нескольким примерам. Местные выборы, которые прошли буквально недавно, смотрите, не очень-то ОПЗЖ и поднялась. Але Шарій, вибачте, разом з тим... Ну, это другая история, похожая, но тем не менее. Угу. Вот мы говорим, вы же затронули тему каналов. Медведчуківський полк. Понятно, да. Это первое. А второе, чем больше ошибок будет делать действующая власть, тем больше будут подниматься, с одной стороны, ОПЗЖ, с другой стороны, Порошенко, которые будут разрывать страну. Потому что ни одно крыло, ни второе крыло для Украины не являются чем-то позитивным и конструктивным. Наступне. Як вам, як журналісту, робота влади з медіа? Если брать эту работу и рассматривать на примере закона о медиа, законопроекта о медиа, то очень плохо. Потому что я одна из первых была, кто вообще стал об этом говорить громко, публично. И очень много наших с вами коллег возмутились тем, как власть попыталась протянуть, по сути, закон о цензуре под видом законопроекта о фейках, там, о борьбе с российской пропагандой или еще о чем-то. Потому что там и близко нет реально защиты украинского информационного пространства, там есть просто борьба с неугодными СМИ, которые будут критиковать. И было уже несколько попыток. И был первый законопроект Бородянского, как он назывался, о дезинформации. Потом был законопроект о медиа, так, инициированный Александром Ткаченко, когда он был еще в парламенте. Потом этот законопроект трансформировали, потому что он тоже подвергся нашей критике. Очень правильной, я считаю, и очень фактажной. Ну и вот последняя попытка, которая была, она опять же провалилась, потому что объединились основные игроки на рынке медиа, которые вышли и сказали: ребята, вы хотите начать войну со СМИ, с независимыми, свободными СМИ, ну тогда вы точно проиграете очень быстро, потому что ни одна власть, ни в одной стране, которая начинала эту войну, не выигрывала. И я вам хочу сказать, что свобода слова для Украины – это одна из базовых ценностей нашей страны с точки зрения вообще ее стоимости, с точки зрения инвестиций. Как бы кому-то ни казалось, что эти вещи не связаны. Нет, это очень связанные вещи. И вот реально то, что Украине удалось выбороть после двух Майданов, вот то, что точно есть, потому что все остальное, все остальные достижения, они дискутируемы, к сожалению. Но свобода слова, да, это та ценность, которая у нас есть. И забрать еще и ее у нас вместо того, чтобы работать хорошо, а не бояться, что тебя будут критиковать. Слушайте, тогда объединились, выступили и Савик Шустер, и Орес Сохар с обозревателем, и Михаил Бродский, кстати, да, собственник обозревателя, и Павел Елизаров, и главком, и Соня Кошкина, Дмитрий Гордон, Юля Лымарь. Слушайте, очень много, я сейчас просто, ну, да, там, не назову кого-то, но очень-очень много журналистов, Юрий Бутусов. Все вышли и сказали: ребята, что вы творите? Ну, але разом з тим ми ж бачимо і негативні наслідки свободи слова. Зокрема, те, про що ми говорили з вами, з телеканалами, на які впливає... Для того, чтобы бороться с российской пропагандой, у власти существуют другие инструменты. И источники финансирования в первую очередь. Послушайте, было бы желание. И если бы они слушали профессионалов, которые давно рассказывали, как можно с этим бороться, как это можно отслеживать, как можно показывать какие-то вещи. Для этого не нужно создавать 10-ю нацраду, понимаете, или какую-то по морали новую раду. Нет. Для этого не нужно создавать законы о цензуре, потому что это так не работает. То, что они хотели сделать, оно в первую очередь било не по каналам Медведчука, оно в первую очередь било по тем, кто просто говорил какие бы то ни было вещи, критикующие действия власти. Наступне. Ви після 112-го перейшли на наш. Це ж шило на мило. Чим вас на каналі Мураєва завлекли, захопили? А я не переходила на наш. Я на нашем... А когда я перешла на наш?
Ну, то есть, смотрите, я выходила, моя программа выходила сначала на канале News One, потом она выходила на 112-м канале. Причем я не работала на этих каналах, как и Дмитрий Гордон. Мы об этом рассказывали публично, секрета не было. Мы тогда договорились с Егором Бенкендорфом, в том числе, которого, кстати, один из профессионалов, которого я уважаю, о том, что мы работаем по простой системе. Мы даем контент, мы делаем программы, но при этом мы не получаем никакой зарплаты на канале. Ну и редакция, відповідно, не має на вас впливу. Абсолютно. Но на нас не давят, нам не говорят, что показывать, кого приглашать, кого не приглашать. При этом мы выходим в прайм-таймовское время, и мы реально имеем самые высокие рейтинги. То есть Дмитрий Гордон, как и было тогда, и сейчас, когда он появляется в телеэфире, ну это, в принципе, все телевизионщики знают, они следят, он бьет по рейтингам все каналы, которые в это время выходят, и кто бы ни был в эфире. У меня тоже был первый рейтинг в моем слоте в прайм-тайме тогда. И, в принципе, это сотрудничество всех устраивало. До того момента, пока каналы перешли под влияние Виктора Медведчука, и, вы знаете, вот это же ситуация, это процесс, да, в развитии. С каждым днем Виктора Медведчука в эфире этих телеканалов становилось все больше. Его заявления, его интервью, его мысли, его гостей, его экспертов и так далее, и так далее. И в какой-то момент присутствие на этих каналах стало для нас токсичным, потому что, вы знаете, ну, люди же не понимают, что мы не работаем на каналах, что мы туда приходим и просто делаем нашу работу хорошо, то, что мы умеем делать. Людям кажется, что мы там работаем, то есть что мы вместе с этими проектами, да, работаем. Это не могло так дальше продолжаться. То есть мы для себя посчитали абсолютно невозможным дальше выходить на этих каналах. Ну, и вы же перешли на наш. Ну, не вы персонально, а Дмитро Гордон. И, нет, ну что вы. Ні? Ні, ну, программа, я пам'ятаю анонси просто, программа дійсно нет, була там. Я сейчас вам расскажу. И тогда мы сделали публичное заявление, мы сказали, что мы уходим. На нас не давили. То есть не было такого, что Медведчук, условно говоря, или кто-то от него говорил, что нужно показывать. Вот, ну, чего нет, того нет. Угу. Но сама направленность телеканалов и все, что происходило до и после наших программ в эфире, оно уже переходило границы приличия, понимаете? То есть канал из взвешенного, и сбалансированного, которым 112 до этого был, он стал превращаться в абсолютно политический инструмент, пропагандирующий идеи одной конкретной партии. Это то, что касается этих телеканалов. То, что касается телеканала «Наш», у Дмитрия Гордона был один или два спецпроекта. Это совместный проект интернет-издания «Гордон» и телеканала «Наш». И у меня был один спецпроект с телеканалом «Наш», опять же, совместный с нашим интернет-изданием и их, когда я делала интервью с Евгением Кашевым. Угу. Все. Поэтому сказать о том, что мы перешли туда работать, невозможно, потому что мы там, ни программа Дмитрия, ни моя там не выходила. И ну, мы, естественно, там не работали, более того. Тобто це була така короткострокова співпраця, фактично? Ну, ми зробили, от, Діма, по-моєму, зробив два ефіри, якщо я не помиляюсь, Саакашвілі і с кем-то, по-моему, еще Венедиктов, с Алексеем Венедиктовым, вот насколько я помню. А у меня было одно интервью там, да, как спецпроект. Так. Добре, наступне. Зараз журналісти кипкують... Извините, пожалуйста, так. Я все-таки бы не сравнивала с точки зрения токсичности ОПЗЖ и идей их, да, которые они несут, и Евгения Мураева, потому что все-таки на телеканале «Наш», ну, я включаю телеканалы, я их смотрю, я вижу присутствие разных идей, разных спикеров, и это важно. А на этих каналах, которые мы обсуждали до этого, ну, концентрация людей с идеями русского мира просто зашкаливает. На жаль, хоча зі свого боку маю сказати, що працюють на всіх каналах, які ми згадали, кваліфіковані журналісти. І, можливо, якби вони там не працювали, ось цієї токсичності було б і більше. Так, звісно, 100%. Тобто вони є своєрідним таким фільтром,
Гаразд, рухаємося далі. Зараз журналісти кипкують з недосконалої роботи Юлії Мендель. Нагадаю нашим глядачам, це чинний прес-секретар президента Зеленського. Ви в якому таборі? Критиків чи прихильників? Ні в якому лагері. Просто спостерігачів? Абсолютно. Я не вважаю, що це якась мейнстрімовська тема дня, которую вообще нужно обсуждать. В государстве уж точно есть более важные вещи, действительно значимые. Ну, кипкою дійсно, напевно, швидко написаних, мені здається, так? Постів чи заяв Юлії Мендель вот в Фейсбуці. Пам'ятаєте останнє? На жаль... Давайте я сейчас не буду обсуждать работу Юлии Мендель, давайте мы поговорим о наших коллегах, непосредственно журналистах. Так. У нас есть такая особенность или такой недостаток, мы очень любим все легкое. Вот то, что легко дается и легко приносит просмотры, рейтинги, прочтения. И это играет с нами плохую шутку, потому что это сказывается на качестве нашей журналистики. Задача журналиста не идти на поводу у легких тем, желтых тем, резонансных, которые на самом деле ничего глобально в стране не поменяют и лучше жизнь каждого украинца не сделают. А задача журналиста профессионального – создавать повестку дня, создавать, подниматься над ситуацией для того, чтобы не только журналисты, а и политики вынуждены были включаться в реально важные вопросы, в обсуждение и в решение этих вопросов, которые, ну, там, ситуация с коронавирусом, бюджет страны, инвестиции, коррупция. Понимаете? Куча тем. Я прекрасно розумію. Спасибі за роз'яснення для наших глядачів. Ставимо три крапки. За декілька хвилин ми продовжимо, тому залишайтеся разом з нами. Це «Гостре питання», частина друга. Нагадаю, сьогодні разом з нами журналістка Олеся Бацман. Пані Олесю, як вам перший блок? Хорошо, мені було інтересно. Тоді продовжимо. Бачите, я попереджав вас, теми будуть різні, абсолютно. І наступне питання у нас, ну, власне, з приводу того, що хвилює українців. Ви особисто не боїтеся підхопити коронавірус? Як і всі, мабуть, боюсь. Ні, не як всі. Є частина людей, які до сих пор в нього не вірять. Но если в начале пандемии эта часть была, ну, может, даже и большая половина людей не верила, то, что я наблюдала в Украине, то сейчас, конечно, количество этих людей все стремительнее уменьшается. Ну, мы же понимаем, что один из рисков журналістики зараз, якраз от спілкування, про яке ми говорили під час інтерв'ю в тому числі, це можливість підхопити коронавірус. Ми бачимо, як зараз, ну, мені чомусь згадався коментар попереднього очільника Офісу Президента Богдана про коронавірусне кубло. Ну, ми бачимо, що зараз у владних кабінетах коронавірус точно є, і він передається. Слушайте, во-первых, стало намного больше интервью по скайпу. Так. И я вам скажу, что интервью по скайпу – это мега удобная история, которая и хорошо смотрится, и удобно очень ее делать, и в производстве стоит ноль. И при этом просмотры не падают. Вот если раньше те интервью, которые ты берешь по скайпу, ты понимал, что ты идешь на риск с точки зрения того, что будет хуже смотреться, смотрибельность этого интервью, то сейчас аудитория привыкла к этому. Ну, для всех же это стало уже привычной, да, темой. И плюс еще один такой момент. Если раньше об интервью по скайпу было сложнее договариваться со спикерами, потому что в основном люди хотели живого общения. Ну, как-то это, ну, что это по скайпу, типа, не до интервью. Сейчас все понимают, что это очень правильный способ общения, и он с точки зрения здоровья очень, да, надежный. Доброе, наступное. Вы взагалі за який карантин? Это все вообще один большой разговор. Я за тот карантин, который не убьет не только от коронавируса людей, а не заставит их умереть с голоду. Потому что я недавно была в Австрии. И я сейчас на примерах всегда хорошо, да? Я сейчас скажу на примерах. И там карантин, вот мы когда оттуда уехали, как раз ввели вообще жесткий карантин, практически локдаун и комендантский час. То есть, да, там есть запретительные, ограничительные меры.
при этом, во-первых, люди соблюдают масочный режим, они не игнорируют это. Антисептики, то есть они все делают для того, чтобы они понимают, не так, как у нас. Вы поедете, выйдете на улицу, и вы увидите даже сейчас в супермаркетах, в аптеках, что далеко не все люди в масках. А я недавно была в Одессе, и я просто оттуда приехала, ну, честно, в шоке. Потому что огромные залы, рестораны, аптеки, ни одного человека в маске. Мы только были в масках. Угу. Все остальные, причем я говорю, я захожу, спрашиваю официантов, скажите, так робко, а маски у вас вообще есть? Они говорят, ну нет, ну там, может, на входе где-то надо посмотреть. Я говорю, а вам, ну, ваше руководство говорит? Нет, конечно, а зачем нам маски? То есть это недавно я ездила в Одессу, угу. Понимаете? При этом инфекционисты мне говорят, одесские, что уже в коридорах больные лежат. Но я сейчас не об этом. Вот я скажу по поводу того, как другие страны работают на карантине. То есть что такое государство? Государство – это структура, которая должна защищать гражданина, который живет в этом государстве. Он за это ее благодарит тем, что исправно платит налоги и так далее, и так далее. Ну, то есть это общественный договор, который работает. Так вот, в Австрии, например, рассказывает мне один человек историю. Он выходец из Украины, он туда переехал, работал водителем в Uber. И в какой-то момент он пришел в муниципалитет в Вене с предложением, ему кто-то сказал, что так можно делать, с предложением, бизнес-макетом таким, моделью, что он хочет открыть свой бизнес по такси, как служба, мини-служба такси, и он создает 5 рабочих мест. Оставил, забыл об этом. Через какое-то время ему оттуда звонок, приходите. Он зашел. Ему говорят, вот вы тут предложение свое, а он уже, ну, как бы, знаете, какая реакция? То есть ты думаешь, что что-то будет плохое, что-то ты не то сделал. Ну, якщо це вихід із України, то швидше за все. Ему говорят, вы тут оставляли ваш бизнес-проект, вам 100 тысяч евро нужно на проект. Он говорит, да. Он говорит, ну вот вам, пожалуйста, беспроцентный кредит на 15 лет. 100 тысяч евро. Ну, естественно, человек в шоке, он не понимает, что так бывает, без коррупции, без связи, без знакомств. Он начал работать, он создал, но вы создаете действительно эти 5 рабочих мест, он создал, бизнес работает, и наступает период первого весеннего карантина. Угу. Всем тяжело, все плохо, все закрывается на локдаун. Его вызывают опять в мэрию. Ну, он, естественно, думает, что сейчас мэрия скажет, надо срочно отдавать кредит, надо гасить. Тяжело мэрии, тяжело государству. Идет туда, скрипя сердце. Он приходит, ему говорят, вот вы же у нас 100 тысяч евро взяли на 15 лет. Значит, смотрите, 30% мы вам списываем сразу. Вы нам уже не должны из этой суммы 30%, потому что мы понимаем, что вам тяжело. Карантин, ограничительные меры. Работайте дальше. Человек просто в шоке от этого. Я більше хочу сказати. Я думаю, що зараз в шоці всі ті підприємці, які це чують. Это Австрия. Идем дальше. Еще один пример. Америка. Звонят друзья, рассказывают. Сын уехал в Лос-Анджелес. Он гражданин Америки, он там родился. И пока он ищет работу, но он еще безработный, государство ему говорит, ты же наш гражданин, а у нас с весны ограничительные мероприятия, меньше рабочих мест, бизнесы страдают, закрываются. Значит, мы тебе будем выплачивать 3200 долларов в месяц. Просто потому, что ты наш гражданин, и коронавирус, и ты страдаешь. Одному человеку обычному они выплачивают такие деньги. Плюс еще талоны на еду они там, ну, в хорошие фудмаркеты дают. Я уже не говорю о помощи бизнесу, потому что это там целая программа. Понятно, что Америка имеет доступ к станку и печатает доллары. Понятно, что есть много разных факторов. Понятно, что Украина очень бедная страна. Но послушайте, не все так плохо с точки зрения того, что... А давайте посмотрим, вот мы создали ковидный фонд. Это же прекрасно, да, у нас это получилось. Похлопаем нашему государству, нашей власти. А куда он пошел? На дороге половина пішла. У нас было 7 месяцев больше, чтобы подготовиться сейчас.
ну какие дороги, если мы готовимся? Ну тогда давайте, если мы закрываем сейчас что-то, давайте поддерживать бизнес. Давайте строить больницы, вернее, они должны были уже построены быть. Ну, я знаю, например, что приезжали те же китайцы, это только то, что я знаю, бизнесмены китайские, и предлагали проект инфекционных больниц, которые были бы построены очень быстро. Одна больница большая стоила 25 миллионов долларов. Учитывая ковидный фонд, учитывая то, сколько времени у нас было, мы могли это уже сделать, чтобы сейчас нагрузка на медицинскую систему нашу, которая действительно колоссальная, уже сейчас люди в коридорах лежат, не только в Одессе, в Киеве, в столице, мест не хватает. Слушайте, а как медиков не хватает? А сколько медиков заболело? А сколько, вы вот поговорите с главврачами, сколько медиков сейчас увольняється? Причому їм не нужны любые деньги. Ось, а от тут питання, пам'ятаєте, в першій частині ми говорили про те, що, власне, закінчили ми це цим, що журналісти повинні створювати порядок денний. От ми з вами зараз безпосередньо це і робимо. Угу. Чому влада не реагує? Суспільство теж, судячи з того, що ви розповідаєте по Одесі, і в цілому південь не носить маски, теж не реагує. Це що? Це з обох боків такий, вибачте на слові, пофігізм, так? Від влади не вимагають народ, влада не робить. Это вопрос к власти, почему она не реагирует. Я не могу на него ответить. Но мне кажется, что если власть захочет и дальше оставаться властью, она вынуждена будет на это реагировать. Ну, других вариантов нет. Ситуация ухудшается, ситуация не улучшается. И мы можем прийти к какой-то критической точке. Наступне. Як думаєте, коронавірус розкручують спеціально? Ну как розкручують спеціально? Ну, слушайте, ну это понятная история с точки зрения медицины. Угу. Это вирус, который не выдуманный, он есть, он не просто инфицирует организм, многих людей он убивает. Это пандемия. То, как изначально на нее прореагировали государства, СМИ и то, что вокруг коронавируса произошло, мы можем об этом говорить и анализировать, и вот пройдет время, обязательно будет много исследований, они уже сейчас идут, с точки зрения того, насколько что было оправдано, да, а что не нужно было делать вот тогда, в первую волну весной? Потому что тогда, когда мы с этим столкнулись, никто же по-настоящему не знал, что это такое. Да, ученые говорят, что мы и сейчас до сих пор до конца не понимаем, насколько это опасно или нет. Потому что все новые и новые побочные эффекты сейчас появляются. Очень многие люди, даже вот те, с кем я говорю, переболевшие коронавирусом, не в очень тяжелых формах, жалуются на то, что они не могут спать после этого. Бессонница страшная, апатия, депрессия. У многих появляются суицидальные мысли. То есть это значит, что не только легкие страдают, в первую очередь. Это значит, что страдает и нервная, и психическая система. То есть много разных еще факторов в этом вирусе. Поэтому, ну, как ответить на этот вопрос, на ваш? Ну, это, напевно, питание как раз того відсотку, може і незначного, які ставлять під сумнів його існування. Наступне. На сайті президента Зеленського є петиція про скасування карантину вихідного дня. Як гадаєте, підпише? Здається, більше 8 тисяч підписів вже є. Скільки там? 10 тисяч? 25 потрібно, 25, щоб розглядав. Да, щоб туди дійшла до нього. Я не знаю. Смотрите, вот я с первого дня говорила о том, что не нужно быть беспечными. И что спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. И в данном случае сохранение здоровья и жизни – это улица с двусторонним движением. Потому что нужно мыть руки, нужно дезинфицировать, нужно ходить в масках. То есть не нужно игнорировать вот эти все меры предосторожности, которые мы можем соблюдать. Я об этом говорила и продолжаю это говорить, потому что, ну, это никто вместо человека конкретного за него не сделает. И в первое введение карантина, когда у нас была весна, я тоже говорила о том, что, ну, давайте перетерпим, давайте вот сейчас действительно, чтобы разорвать эту цепочку, как говорят медики, нужно минимум 3 недели, да, вот пандемическую, для того, чтобы все успокоилось. Но потом, когда пошла история с тем, что мы вдруг начали закрывать парки. В смысле?
А для чего? То есть, ну, есть же оправданные действия, а есть действия неоправданные. Есть, а есть действия, которые происходят только для того, чтобы потом отчитаться, сказать, мы сделали все, что мы могли, и вот у нас не получилось. Вместо того, чтобы реально подойти к этому ответственно, и вот как мы с вами обсуждали сейчас, вот есть ковидный фонд. Как его потратить? Что из этого получить? Какой результат сейчас? Поэтому, слушайте, ну вот, вот этот адаптивный карантин выходного дня, это как, мне кажется, это как вот есть человеческий организм, а ему берут и отрезают палец, причем без наркоза. Берут, отрезают второй палец без наркоза. И человек в муках истекает кровью. Вместо того, чтобы, условно говоря, его под наркозом сделать какую-то операцию, то есть выключить полностью, его прооперировать, и он дальше будет жить. То есть вы за локдаун червовый? Я не знаю, за локдаун ли я, потому что для того, чтобы сказать об этом ответственно, мне нужно иметь больше информации, да? Мне нужно в этом разбираться. Но если бы я подходила к этому и принимала решение, я бы собрала специалистов, я бы посмотрела на то, что делают другие страны, я бы посмотрела на нашу медицинскую систему, посмотрела, в конце концов, что у меня осталось в ковидном фонде, что я могу сделать, а не просто... Ну, это же самое простое, да, вот сказать, а мы сделали, мы придумали карантин выходного дня. А где еще, в каких странах этот карантин? А как это работает? То, что это убьет бизнес, малый, средний, то есть те, кто и так еле-еле, это не повлияет особо на тех, кто очень богатый. Понимаете? Да, им лучше не станет, но хуже вряд ли. Но тех, кто считает деньги день в день и не имеет запаса, вот для них это будет уже конкретное банкротство. И я понимаю, насколько это важно для них. Тем более на фоне того, что, как мы видим, другие предприятия, оказывается, будут работать. А от давайте з приводу несправедливості. Олесю, якраз з приводу цих підприємств питання. Епіцентр знову працюватиме без проблем на вихідних. Да, епіцентр уже сделал официальное заявление, 72 години п'ятниці. Что абсолютно, что на них карантин выходного дня не распространяется. Як думаєте, наскільки великим буде обурення через це? Пам'ятаєте, минулого разу ну, здавалося, суспільство пообурювалося, але проковтнуло. А цього? Не знаю. Я смотрела по соцсетям, вот то, что уже есть. Так. Конечно же, это мало кого радует. Я не знаю, во что это выльется в итоге. Я вам скажу сейчас. Вот я не хочу никого підбурювати. Потому что ситуация очень плохая на самом деле. Она взрывоопасная. И я понимаю, что очень многие люди на грани. Поэтому я вот сейчас буду осторожно подбирать слова, чтобы не спровоцировать ничего, даже тем, что я говорю. Но я еще раз говорю, что ситуация очень плохая. И мне кажется, что решение об адаптивном карантине ошибочно. Вот это точно не решение вот выходного дня. Потому что 60% выручки предприятий, работающих, имеют именно на выходных. Ну, как раз те, которые подпадают под карантин. Конечно. Наступне. Чи збираєтеся выйти в политику? Нет. И не меркувало на цим? Нет. Смотрите, вот мы с вами уже говорили, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я от этого получаю удовольствие, я вижу результаты, у меня есть дальнейшие цели и видение того, как дальше развиваться, что делать. Пока я получаю от этого удовольствие, ну, точно я не буду задумываться о том, чтобы переходить в политическую плоскость. Ну, пропозиции были? Да. Привабливые? Ну, наверное, это смотря, знаете, смотря для кого. То есть, если для того человека, который себя видит в политике или хочет построить политическую карьеру, очень были предложения заманчивые, очень. А если рассматривать с точки зрения меня как самодостаточного человека в моей профессии, нет, мне это не интересно. Наступне. Що вам дала передвиборча співпраця з Ігорем Смишком? Вы знаете, таких людей, как Игорь Смишко, в украинской политике мало. Ну, в принципе, не в политике. Если говорить вот о человеческом фонде, как о золотом фонде, о героях, с которых можно брать пример, учиться у них чему-то. Он очень образованный, умный, интересный человек, который генерирует идеи.
Игорь Петрович, если вот взять даже его интервью, послушать, посмотреть, это человек, который постоянно сам что-то рождает. То есть за него не нужно никаким политтехнологам сидеть, что-то писать, предлагать ему. Он, знаете, как ну, наше большинство политиков так работает. Угу. Они просто учат то, что им предлагают политтехнологи. Более опытные, более талантливые или менее. В данном случае Игорь Петрович, он ну, реально человек, который представляет собой украинскую элиту. И я вам хочу сказать, что если бы таких людей, как он, было во власти побольше, нет, если бы они просто сейчас во власти были, вот так, ну, я думаю, что мы бы не попали даже вот в такую ситуацию, которую мы сейчас имеем. Наступне. Які у вас відносини з Савіком Шустером? Хороші дуже. Я Савіка дуже уважаю, я його люблю, ми з ним дружимо. Ми дружимо з сім'ями, ми дружимо з Савіком, з Павлом Єлизаровим, з його сім'єю. Це суперпрофесіонали і суперпорядочні люди. Ви працювали разом? Да, конечно. 6 лет я работала редактором программы Савіка Шустера. В одном из интервью, если я не помиляюсь, вы сказали, что с цих 6 років 5, перепрошую, вы провели безпосередньо, как то кажуть, у вусі да. Шустера. Ну, тобто були редактором, який йому підказували. Да, да, было такое. Ну, это специфика работы прямого эфира, ток-шоу. Я для зрителей скажу, угу. Потому что вы это прекрасно знаете. Каждую неделю у нас была тогда свобода слова, но раньше, когда это начиналось, Савик здесь с 2005 года в Украине, mm-hmm. а я пришла в 2006 году, раньше это было практически одно ток-шоу, потому что Савик — это тот человек, который принес в Украину вообще понятие, культуру прямоэфирного политического ток-шоу. Вот если мы сейчас вспомним и оглянемся, мы поймем, что до него в Украине таких телеформатов не было. Это очень интересно, потому что он открыл это общество, он показал народу, как на самом деле выглядят политики, как, какие они, когда выходят из себя и спадают с них маски, которые они себе придумали, или опять же их политтехнологи им придумали. Это потрясающе вообще интересно с точки зрения вообще изучения человека, его проявлений, его подлости, его характера, того, что происходит в закулисье украинской политики. И в чем заключалась моя работа, в том числе, как редактора, в том, что вот на протяжении ток-шоу, которое длилось, там где-то ну, по 5 часов у нас были эти ток-шоу, mm-hmm. да, раз в неделю, я сидела у Савика на ухе. То есть, кроме того, что ну, мы готовили программу, мы там составляли сценарии, мы приглашали гостей, еще во время эфира, да, вот, ну, у меня был сценарий, и мы могли общаться в том числе с Савиком вот в таком формате, когда он в прямом эфире. Наступне. Разумков може стати наступним президентом після Зеленського, а сам Зеленський обереться на наступний термін? Не знаю. Гадання на кофейной гуще. А ми могли представити, що Володимир Зеленський стане президентом України? Ще давайте так візьмемо. За полгода до того, як він їм став. За 3 місяці до того, як він їм став. Я вам хочу сказать, что его ближайшие соратники, ближайшие, не буду сейчас, не важно, mm-hmm. не буду говорить фамилии, не верили в то, что он может избраться. Украинская политика, и в принципе сейчас и мировая политика, потому что какая-то у нас период турбулентности, да, везде наступил. Так вот, украинская политика, она такая непредсказуемая, ну такая непредсказуемая, что может быть что угодно. Если говорить лично о моем мнении или об ощущениях, отвечая на вопрос о Дмитрии Разумкове, мне кажется, что амбиции такие у него есть. И потенциал. Потенциал у него и с точки зрения его способностей, талантов, образования тоже есть. Но насколько он смог бы или сможет стать тем человеком, за которого проголосуют, потому что, смотрите, это большая разница. Вот есть она, да, в политике, в избирательном процессе. Есть те люди, которые хороши сами по себе, которые вызывают доверие и умеют работать, когда их назначают.
А есть те люди, которые мега хороши в избирательном процессе. И неважно, как они работают, но вот они имеют такую харизму, такое влияние на аудиторию, то есть на электорат, угу. что за них голосуют. Вот в этом вопросе, то, что касается, сможет ли Дмитрий Разумков уговорить или так влюбить в себя электорат, чтобы за него проголосовали, этого я не знаю. Это, ну, только покажет время. А в Зеленского есть шанс на другий термин? Это вообще интересная ситуация, потому что, как вы помните, когда Владимир Зеленский шел на свой первый срок, он везде говорил о том, что идет только один раз. Одна каденция. Да, 5 лет и все. И его все окружение об этом говорило. Более того, Женя Кошевой, лучший друг Владимира Зеленского, буквально мы с ним делали интервью очередное за, может быть, неделю до крайней пресс-конференции большой Владимира Зеленского, на которой он сказал, что он рассматривает, сам рассказал, что рассматривает вариант второго срока для себя, потому что там за первый не все ты можешь сделать, и помните, бла-бла-бла. Это была речная конференция, да? Ага. И вот Евгений Кошевой, как лучший друг, мне тогда сказал, он не пойдет на второй срок в интервью. Я ему говорю, Жень, а ты уверен? Потому что я, например, знаю, что в окружении уже говорят о том, что все-таки нужен второй срок обязательно, чтобы мы там смогли выполнить все, что обещали и так далее. Говорит, нет, вот это не поменяется. Ты что, я знаю Володю, он не пойдет на второй срок, вот так, как мы говорили, так и будет. Но мы услышали, да, угу. что концепция поменялась. Если так будет все идти, как идет сейчас, наверное, нет. А если Владимир Зеленский поймет, особенно после результатов «Слуги народа» на этих местных выборах, что ему нужно опираться на профессионалов и подойти к кадровому вопросу более взвешенно, я мягко так скажу, все может быть. Может быть, і mm-hmm. второй срок. Менше хвилини у нас залишається. 3 питання зараз позаду вас, але всі вони цікаві, тому давайте майже в форматі бліц. Чи хотіли б зараз взяти інтерв'ю у Зеленського? І якщо так, то яким би було ключове питання? Да, хотела бы, конечно. Какой ключевой вопрос, не знаю, потому что было бы много вопросов. Ну и поверьте, я бы хорошо подготовилась. Наступне. Так, Пальчевський, агент Кремля. Слушайте, это вопрос не на блиц по поводу Пальчевского, потому что Андрей Иванович, конечно, прекрасный персонаж, попавший в украинскую политику, туда сходивший, который стал символом того, как можно максимальное количество денег потратить на то, чтобы максимально громко проиграть. Потому что если до этого персонаж, который вошел буквально в учебники, да, помните, был такой Думчев, который угу. шел в мэры, потратил очень много денег, все проиграл, еще репутацию испортил. Весь Киев был. Абсолютно. Вот этим персонажем стал теперь Андрей Пальчевский. Конечно же, мы понимаем, что дыма без огня не бывает, и если СМИ показывают, что у Андрея Пальчевского есть российский паспорт. Я прекрасно отношусь к гражданам России, но если они нормальные, mm-hmm. да, адекватные. Но они ни в коем случае не имеют права баллотироваться в высшие так. органы власти. И, конечно же, если он это делает, имея российский паспорт, он является агентом. Олеся, и буквально так, чи ні. Як думаєте, чи будуть дострокові парламентські і президентські вибори? Это вероятно. Ну, будемо спостерігати. Олесю, спасибі вам за участь в нашій програмі. Спасибі вам. Спасибі нашим глядачам. Стежте за анонсами, аби знати, хто буде наступний в кріслі гострого питання. І, власне, бережіть себе та своїх рідних.